Здравствуйте. Видеоинструкция касторовое масло для приема внутрь. Слабительное средство растительного происхождения. Особые условия. Препарат не следует применять более 3 дней, в случае отсутствия эффекта рекомендуется обратиться к врачу. Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами. Слабительное средство. При приеме внутрь расщепляется липазой в тонком кишечнике с образованием рицеинолевой кислоты, которая вызывает раздражение рецепторов кишечника на всем его протяжении и рефлекторное усиление перистальтики. Слабительный эффект наступает обычно через 5-6 часов. При приеме касторового масла наблюдается также рефлекторное сокращение мускулатуры матки. Показания. Запор, подготовка кишечника перед диагностическими процедурами. Противопоказания. Повышенная чувствительность к препарату, острый живот, беременность, детский возраст до 12 лет. Отравление жирорастворимыми веществами, фосфор, бензол и других. Лечение глистной инвазии экстрактом мужского папоротника. Беременность и лактация, применение препарата при беременности противопоказано. При необходимости применения препарата в период лактации следует прекратить грудное вскармливание на весь период лечения. Дозировка. Внутрь. Взрослым по 1-2 столовых ложки, один раз в день. Детям от 12 до 18 лет препарат назначается врачом, по 10-15 грамм. 1 десертная, 1 столовая ложка, 1 раз в день. Длительность применения – не более 3 дней. Стоимость от 60 рублей. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!